Продолжаю побеждать. Загружаю сохраненную игру. Играю один против троих. Три компьютера. Я один. Они втроем против меня. Два нормальных и один легкий. Трех нормальных я не смогу победить точно. Потому что они запускают много ядерных ракет. Залпы. С ядерными. Пачки ядерных ракет летят. Не смогу отразить атаки ядерные. Плюс компьютеры создают много юнитов, боевых, танки всякие. Постоянно атакуют. И захватывают еще все ресурсы. Непрерывно что-то строят. Ну где уже? Ага. Так, ну в общем я тут, в принципе, победил, но мне не удается дожать врага. Так, этот строит у меня щиты, радар, Аегис. Не забываю строить. Ой. Противоядерную оборону. Ракеты противоядерные надо строить, продолжать. Commander under attack. О, кто это командир какой-то? Где мой командир вообще? Ой, а я не стану включить в этот раз. Включил. Кто это нападает? Кто это нападает? Ой. Я вышел универсального гиганта. А, вот он. Ну что же, так слабо атакуете. Так, инженер должен... О! Это что здесь у меня? Надо захватить. Так, радар стоит у меня здесь, вроде бы. Стоит. Не вижу. Да, вот он. Все охватывает. Так. Так, щит надо построить. Замен потерян. Это важный пункт для защиты. Где у меня здесь экстракторы материи? Вот они. Надо их тоже захватывать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он прошел. Дальнобой. Где мое куплено на двери? Оу, что творится? Ой, они прошли. Плёная артиллерия. Ну ладно, эти не продержатся так долго. Ага. Прямая наводка. Давай, добей его. Сейчас его добьют. Авиация неправильно не пролетит здесь. Не может. Ну. Так, инженер построит. Где инженер?
дрон построить еще купленную артиллерию. Да, ты не выдержишь. Ты не выдержишь. Универсальный колосс. Генератор энергии для ремонта, чтобы все ремонтировать. Так, что-то слишком много у меня энергии накапливается. Надо убрать еще генератор энергии. Где они у меня? Так, здесь наконец-то я захватил точку. Так. Этот инженер все захватил, этот инженер все захватил. Какой молодец. И потом надо будет захватить эти экстракторы материи. И потом этот. Позже. Так, а мой командир пойдет захватывать эти экстракторы материи. Так, самолетики не пройдут. Полезно. Ой, 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 ой. Обратно. Иди обратно. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что это такое? Куда долбит моя дальнобойная артиллерия? А я здесь нужен? Да нет, не нужен. Да, пригодится. Я построю два щита. Компенсацию потерян. Артиллерия мощно бьет, вражеская. Так. Как же мне сдвинуться с мертвой точки? У меня максимальное количество юнитов. Так. Так, инженер пусть пойдет. А, нет. Так, этот пусть здесь тусуется. Этот инженер пойдет. Этот инженер пойдет разбирать что-то. Он будет уже разбирать. Жалко что-либо разбирать. А я здесь есть, а я здесь нет. Ладно, командир пойдет атаковать, я уже устал. Я не могу ничего построить. Уже. Commander under attack. Командир пошел на дуэль. Ой-ой-ой. Ох, я сейчас ему достанется. Перегрузку включаю, командир. А, убегай, командир. Нет. Не получится. Сдох. Чуть его не достали. Ух.
чтобы построить. А, вот эти щиты надо разбирать уже. Так, какой-нибудь инженер пойдет разбирать щиты вот эти. Вот эти несколько щитов. Хорошая была оборона здесь. Они уже лишние. Штучек 20 их здесь. Где у меня инженер? А. Давай строй еще дальнобойную артиллерию. Unit cap reached. Это надо собрать тоже. Так, что-то надо разобрать. Вот это надо разобрать. Так, инженер разберет фабрику. Так, строим противоядерную оборону дальше. Так, и экстрактор материи, конвертеры материи, которые конвертируют энергию в материю, их тоже надо лишнюю батарею разобрать. Так, ты что делаешь? Патрулируешь? А это что? Опа, это они телепортировали. Ну, они восстанавливают свою прочность, все пушки, все здания. О, что это было? Прямая наводка. Включаю прямую наводку. Ну, ненадолго двух этих универсальных гигантов хватило. Так, что ты еще строишь, инженер дорогой? Нет, одна лишняя. Это кто? Кто такой? Какой-то самолетик. Накрылся медным талом. Так, а Аегис где у меня? Нет Аегиса. Инженер свободный есть? Да, у меня уже столько металлома. Материи много. Так, кто меня тут разбирает, что? А. Так, куда он пошел? Так, стройте это, потом будет разбирать
экстракторы, конвертеры материи лишние. Ибо он будет кончать. 4, 5, 6. Так, не забывайте строить потом ядерную оборону. Оу. Меня бьют жестоко здесь. Опять. Ладно, ресурсы мне не нужны. Ладно, я не буду захватывать даже экстрактор материи. Командир просто пойдет вперед. Просто пойдет вперед. Сначала на юго-восток пойду. Commander under attack. А штурмаки бьют командира, но ему ничего ни почем. Задача командира здесь встать, вот в этом месте. И построить радар. Все. Больше ничего не надо. И дальнобойная артиллерия добьет вражеского командира. Вражескую базу, которая строит универсальных гигантов этих колоссусов. Колоссов. Универсальных. Ай, убегают, гады. Убегают. Оу. Убегай там, да? Или нет? Главное под ракетницы не попасть вражески. Угу. Что это такое? Пушка лояльности. О, это моим... А, ну все, тут бьет моя дальнобойная артиллерия уже в этом месте. Строю генератор энергии. Commander under attack. Все, радар командира позволяет моей дальнобойной артиллерии уничтожить все, что там находится. Ой, тут лояльности, конечно, достанет. Ее надо снести. Сейчас мой командир все снесет здесь. Сначала пушки лояльности, конечно. Да, их надо уничтожить. Так, перегрузку включаю. Чтобы пушку лояльности. Пушку лояльности надо уничтожить в первую очередь. Оп, а вот и командир. Все, пушку лояльности я уничтожил. Так, чтобы самого себя починить, построю сначала генератор энергии. Потом все вот это. О, что это такое? Гигантский транспорт. А вот он. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, меня бьют, ай-ай-ай. Но моя дальнобойная артиллерия уничтожит всех. Ай, командир, командир, командир. А, командира уже ремонтируют. Командира ремонтируют. Включаю перегрузку. Вот он, вот он.
должен убежать. Commander under attack. Ау! Что будешь делать? Ага. Так, еще генератор энергии. Пару щитов. И экстрактор материи. Commander under attack. Ой. И радар. Это будет последнее мое слово. Все, дальнобойная артиллерия бьет. Сейчас командира замочу и все. Так, не забывайте строить противоядерную оборону пока что. Так, у меня материя, доход плюс 39. Уже не нужны конвертеры материи вообще. Где у меня свободный инженер? Конвертеры материи вообще не нужны. Ну и щиты будут. Вот в этом месте точно. Постоянно пока что требуется строить противоядерные ракеты. Но скоро это закончится. Куда ж бьют они? Все куда-то не туда. Так, инженер есть какой-нибудь? Есть, ага. Построй это, и спрячься опять под щиты. Тогда. А, и построить надо один. Генератор энергии, чтобы ремонтировать. Че, мне можно просто ждать, собственно. Делать мне особо нечего здесь. Могу, конечно, погулять. Командир в безопасности может погулять. А где генератор энергии? Есть один. Командир будет. Кто-то бьет. А, командир все равно. Его же ремонтируют. Что-то я забыл. Командира же ремонтируют. Рука командиру. Отчаянная попытка убить моего командира, никому не место же. Ой, перегрузка закончилась. Ой-ой, надо убегать.
Ой-ой, надо убегать. Ой-ой, скорее, скорее, а то я проиграю. Commander under attack. Ай, ай, слишком близко. Убегай, убегай, убегай. Давай, давай, убегай. Ой, командир мой должен убежать. Они мой радар накрыли. Какая жалость. О, гады. Сразу же меня атакуют. Сразу же захватывают ресурс. Ресурсы. Strategic launch detected. Противоядерные ракеты. А где мой инженер? Так, а радар где? А, радар надо построить. Безопасности. Строю противоядерные ракеты больше. Инженер есть свободный? Нет, это не инженер, это командир откликнулся. А инженер? Пусть строит. Так, пусть идет сюда сначала. Ой, сюда. Построит трактор материи и вернется. Безопасное место. Так, моего командира починили, и он идет дальше. Радар построен? Радар построен. Все, моя дальнобойная артиллерия потихонечку. Ой, все градом просто покрыто. Ух. Давай, экстрактор материи, построй. Это же и оружие. О! Укреплённая артиллерия. Сейчас покажет свою мощь. Универсальные колоссы. Универсальные колоссы просто стоят. Просто незачем куда-нибудь бежать. А где моя ядерная кнопка? Была же. Я же её строил. Могу найти. Вот я её строил. Вот она. Одна. Поставлю на очередь строительство 5 ядерных ракет. Теперь я буду ядерными ракетами стрелять тоже. Прямая наводка на универсального колосса. Смотрим, что. Under attack. Oh,
Ой-ой-ой. Справляется мой командир. Тут радар есть же у меня? Есть. Все нормально. Так. Ладно, командир пойдет поближе чуть-чуть. У меня уже терпения не хватает. А, строй там противоядерную оборону. Того. Чуть не забыл. Так. Сначала строительство. Собственно, ремонт сначала. Потом вот это. О! Транспорт. Гигантский транспорт. Экспериментальный. Моя зенитка командирская стреляет в него, пока он летит. О, наконец-то моя дальнобойная артиллерия стреляет куда надо. Дальнобойной артиллерией можно управлять, можно задавать ей куда стрелять. Но я решил дать ей возможность самой выбирать цель. Так, что у нас? Два щита сейчас построят. У командира сейчас действует ракетница и артиллерийское орудие. Стреляет артиллерийским орудием и ракетницей своей. Пока что. Пока строит. Сейчас он строит уже, как называется, тяжелая точка защиты. Оборона. Тяжелая оборонная точка. А это Хавок какой-то. Харвок. Все. Командира отремонтировали. У него есть две точки защиты. Две точки обороны. Командир пошел дальше. А, надо же радар построить. Сразу же я здесь крутился. Оп! Командир создал капсулу. Выскочил в капсулу, командир. Отличная новость. Зенитку построю против капсулы, если капсула обнаружится. А вот она, серенький треугольничек. Это вражеская капсула. Сейчас я капсулу эту грохну и уничтожу еще одного врага. Красного. Соряна. Командир, иди сюда уже. Где треугольник, я не вижу. Командир, командир, давай иди сюда. Ой, все в дыму. Так, построю здесь экстракторы материи. Хоть они уже абсолютно не нужны, но они же и стреляют. Чем хорошо. А вот и, собственно, капсула спасательная. Вражеского командира, который сорян. Сейчас мой командир расстреляет его.
Моя дальнобойная артиллерия стреляет. Ну, капсула, все. Взрыва не будет? Взрыва нет. Опа! Амалия! Уничтожена. Красненькая. Ага. Теперь количество ядерных бомб против меня уменьшится. Командир, Ну и радар в этом месте поставлю. О, что здесь такое происходит? Где мой инженер? Инженер безопасности. И радар безопасности. Так, командир отстроился? Да, отстроился. Все, командир пойдет дальше на юг. Мочить главного врага. А инженер будет валять дурака, строить экстракторы материи. В защитной зоне, в защищенной зоне. Командир, чё? А. Командир мой гуляет. Нужно радаром покрыть просто эту зону, и дальнобойная артиллерия моя все сделает сама. Недаром же я 134... Сколько уже? 128. 6 штучек я потерял. Было 34. Давай, командир. Командир здесь построит радар. И все. Strategic launch detected. Так, строю противоядерную оборону, не забываю. Постоянно приходится достраивать противоядерные ракеты. О, здесь я часть позиции потерял. Отчаянные диверсионные вылазки. Все ядерные ракеты ловятся, плаваются. Я постоянно строю новые. Так, а как моя ядерная шахта? Control 0. Так, враги стреляют. А, атакуют. О, как серьезно, как серьезно. Трактор материи отчаянно убивает сколько-то. Не показано, сколько жертв, сколько у него фрагов. Такой трактор материи. Показано. Сколько юнитов он убил, не показано. Но максимальный ранг. Его прочность 15050. Командир, о, надо смотреть. Да нет, ничего серьезного. Ой-ой, в него стреляют ракеты. Commander under attack. Командира стреляют ракеты моего. Ой, много ракет. Ой, много ракет стреляет в него. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо убегать. Так, щит построен.
еще один щит надо. Ага, его ремонтируют. Пока он строит щит, его ремонтируют. О, этот щит восстановил свою броню ненадолго. Так, командира ремонтирует моего. От, для защиты от тактических ракет я строю вышку под военной защиты. Оп. Спрячься, спрячься. Радар подавили. И радар. Постановим. Твоя ядерная вышка защищает от тактических ракет. Нужная вещь. Так, еще щит. Какое-то время защитит. Это ядерные шахты вражеские. Ну все, сейчас их всех поддавят. Где у меня инженеры? О, моего командира стреляют. Ай, успевает он. Успевает. Их, строй, строй, скорее, скорее, строй. Командира ремонтирует. И одновременно командир строит защиту от тактических ракет. Еще и там дальнобойная артиллерия. О, это безнадежно. Оу! Убегай! Убегай! Мощно стреляют. Ну, у них тоже потери хорошие. Commander destroyed. Оп! Командир вражеский убежал, спрятался в спасательную капсулу. Потому что его моя дальнобойная артиллерия достала. Сначала щит. Потом два генератора энергии. Потом еще пару щитов. Шахта. От защиты, для защиты от тактических ракет. Про ставлю. И две пушки. Зенитная и наземная. И радар, конечно. Впереди. Все. Ядерные ракеты. Я ядерные шахты, видимо, подавил. Разбомбил. Командир моего командирует. Горми убежал опять. Доход материи у меня плюс 38 всего лишь. Небольшой доход. О, инженер! Инженер не построил здесь генератор энергии. Какая страшная ошибка была. Здесь надо было бы построить. Было бы отлично. Так. Ядерная ракета есть? О, у меня уже 4 ядерных ракеты. Построено. Построены.
Ну и радар в последнюю очередь. Ну-ка. Давай строй радар. Ты можешь строить уже. Генератор энергии достраивает то, что бросил строить командир. Все, радар все показал теперь. Ну и пошел командир дальше завоевывать все и вся. А вот спасательная капсула вражеского командира. Мне нужно только дойти до нее, до этой капсулы, и расстрелять ее из чего-нибудь. Собственно, это все. Конец игре. Эти самолетики я ничем не разобью. Их много. Можно строить зенитки, конечно. Попробовать. Просто зенитки строить, чтобы они расстреляли эти самолетики постепенно. Ядерные шахты больше в меня не стреляют. Я их разбомбил. Артиллерия дальнобойная вражеская тоже. Меньше в меня стреляет, либо уже вообще не стреляет, либо меньше стреляет. Потихонечку стреляет. Но явно меньше. Радар есть здесь? Да, радар стоит. Все еще. О! Кто в него стреляет, моего командира замечательного? Так. Ага. Ракет стреляет в моего командира. Такой комплекс будет. Защита от ракетниц. И от некоторых защитных. От некоторых наземных юнитов. Можешь инженера заслать? Где он? Ой, далеко. Ой, далеко. Пусть инженер строит зенитки. Много. Да, самолетики будут улетать все время. Ну, интересно. Долго она строится. Противоядерка это. О, вот в дело. Я еще одну поставлю на очередь. И еще одну. Будет три одновременно строиться. Какая-нибудь да построится. У меня два генератора энергии строят. И командир. Сейчас что-нибудь построится. А сейчас все строится. Ну, это уже построили почти. Еще пару щитов, генератор энергии для ремонта, наземная оборона, зенитка и радар. Все, готово. Ой, что это я нажал? Паузу нажал. Это зря. Все, защита от тактических ракет есть. Это командир, видимо.
плюс 40 материи добывается. А это что такое? Гигантский транспорт. Ну, он воздушный, он летающий. Поэтому его никто не стреляет. Два. Ну, дальнобойная артиллерия вражеская теперь пытается меня достать. Надо поставить больше щитов тогда. И Аегис. Больное место. Гады. Commander under attack. Чух, что ж ты будешь делать? Commander under attack. Ну, давай так, поиграем. Один генератор энергии построишь, и все, мы будем на мази. Ой, надо еще один генератор энергии. Один ремонтирует командира. И уже надо поставить какие-то. А ей особо и не нужен, я так понял. Ну пусть будет. Куда стреляет дальнобойная артиллерия теперь? А, сюда. Переключилась. Да, невозможная. Тут у меня прочно. Все защищено. И радар есть. Так. Ну и потом радар. Уже. Инженер есть? А, тут защита. Тут везде защита, не нужен инженер. А тут где что? Один инженер пригодится. Пусть построит здесь экстрактор материи. И там тоже. Да везде. Чё, командир отстраивает потихонечку. Commander under attack. О, дальнобойная артиллерия добивает. Ракетница тоже добивает. Так, свободный инженер у меня здесь.
Ну-ка иди сюда, инженер. Сейчас этот инженер будет у меня здесь нападать. Так. И много-много щитов. А, и противоядерку. И щиты. Много-много. Посмотрим, что получится. Инженер едет уже? О, едет. Небезопасное место. Ну ладно. Радары не показывают ни одного объекта здесь. Инженер все едет. Да, у врага ничего не осталось. Экономика нулевая. Все, ядерные атаки больше не имеют места. Прекратились ядерные атаки. Я разбил экономику вражескую и ядерный шаг. Так, штурмовики отчаянно пытаются что-то сделать. Подлетают. Искусственный интеллект оценивает свои шансы. Шансы нулевые. И ретируется обратно. Потому что много щитов. Прокачанные многочисленные пушки, зенитки. Сколько их? У них броня 9675. Максимально прокачанные зенитки. И дальнобойная артиллерия сразу начинает палить по наземным объектам, если они появляются. Здания это, или танки, или инженеры. Так, командир чего? А я здесь строит. Потом радар, потом еще одну противоядерную установку. Вот, только построили. Это командир попытался построить, видимо. Вражеский командир попытался построиться. Сорян. О, Аегис готов. На латинском языке Аегис означает щит. Commander destroyed. Вот он обратно в спасательную капсулу залез. Не может отстроиться. Потому что радар накрывает эту зону. Мой радар накрывает эту зону. Теперь мой командир построит радар. И противоядерную шахту еще. Все. Мой радар открыл последнюю позицию, последние здания, дальнобойную артиллерию этого несчастного, которая сейчас будет подавлена. Начинается неистовая атака моей дальнобойной артиллерии. Штурмовики пытаются атаковать. Численность сокращается, восполнять потери нечем, фабрик нет воздушных. Экономика нулевая у врага. Все наземное строительство уничтожается. Все наземные постройки. Все, что обнаружил радар, сразу же уничтожается. Так. Это будет достроено. Итак. Так, командир сюда сходит. Командир теперь будет просто гулять. Так, эту спасательную капсулу я трогать не хочу. Ничего. Так, командир здесь построит. Нет,
сначала здесь. Commander under attack. О, в него стреляют. Посмотрите, посмотрите. Кто это такие? Ренегаты какие-то. Это кто? Генеми какой-то, я не понял. Так. Ага. Все ракетницы все еще стреляют. Ну, сейчас все это закончится скоро. О, вторая база отстраивается. Радар уже стоит. Ну, это все, это конец. Штурмяки только и остались. Экономика моя на максимуме. Все по 5 девяток. И металл, и материя 5 девяток, и энергия 5 девяток. Моя дальнобойная артиллерия. Все задавила. В ноль. Ну все. На этом гейм овер. Последний инженер погибает. Который может ползать по земле. Командир опять пытается себя поставить на ноги. Но у него, конечно, ничего не получится. Мой командир приходит. Commander destroyed. Так, опять спасательная капсула. Сейчас будет дуэль. Командир против командира. Мой. Ты что делаешь? Иди. Все. Атака наземная прекратилась. Все наземные юниты уничтожены. Инженеры. Они только наземные могут быть. Все, осталось только летающее. Сейчас для того, чтобы доказать это, мой командир построит здесь радар, который будет в абсолютной безопасности. Этот инженер все построил. Минимальная, то есть радар, противоракетную оборону, наземную точку обороны и зенитку. Тяжелая зенитка. Все, игра выиграна. Время игры 4,5 часа. Я записал весь ход этой игры на видео. Достаточно высоком разрешении для нашего времени. Что дешевле? Генератор энергии 45 материй или радар 65 материй. Да, генератор энергии быстрее. Все, я открыл всю территорию радарами. Нету наземных построек либо инженеров. Все, ничего нет. А я построю зенитку. А вот капсула спасательная, вражеская. Прощай, сорян. Сорян. Ты был последним опасным врагом. Так, не добивает, что ли? Еще одна зенитка. Командир, давай, строй.
из них стреляет. Ну все. Мой командир должен сейчас будет стрелять. Успеет. Он восстанавливает броню свою, прочность свою. Поставить на капсулу, восстанавливает свою прочность. Но мой командир и две эти зенитки сейчас его быстро прикончат. Все, прощай, сорян. Все. Прощайте, штурмовики. Мой командир победил наконец-то. А, время игры 4 часа 26 минут 3 секунды. Ну а в реальном времени еще больше прошло. Сохраняю геймплей. Реплей. Ну, кстати, с глюками, с багами. Статистика. Я убил 7 командиров вражеских. 7. Так, юнитов я перебил. 16 тысяч вражеских юнитов. А построил своих зданий юнитов около 2000. Почти 2000. Ресурсов добыл огромное количество, конечно же. 10 миллионов энергии. И 734 тысячи материи. За 4 часа. Останавливаю запись.